Было бы классно. Да, только у нас уже полсетки прошло. Ну да. Это, в принципе, если Галкин сольется, я ему вообще это не советую, но просто человек спать хочет, опять же. Но я его сливать вообще не хочу никак. Так, а у нас Чао с китайцем 1-1 у них, да? 1-0 Лю Кан забрал. А, нет. Нет, погодите, китайец выиграл. 1-1. Да. А, да-да-да. Извиняюсь. Да, 1-1 было. Я предлагаю, вот смотрите, Крейна и Прививфу застримим. Угу. И потом, что потом? Пойдем спать. Хорошая идея. Не, потом лузера с Кингерфайл до Пошей. Ну да. Чтобы Галкин отпустить побыстрее. Ну как отпустить? Я не думаю, что он сольется так быстро. Мне кажется, он спокойно может хотя бы к четвертого раунда дойти. Брэд, а у тебя, кстати, кроме Чао в команде кто-то еще есть? Нет, только я и он. Мы единственные. А, погоди, но тебя же в ней тоже нет. У тебя же нет этой переписки, Брэд. Но я оригинал. Так что получается, у тебя команда имени тебя состоит из человека, который не ты. Да. В этом и есть весь Брэд. В этом и заключается. Весь бред, блин. Да. Как Кинг недавно мы играли, когда это позавчера было, и он такой говорит: я не понял, что это за бред? Я говорю: это я. Слушай, а Брэд, это же батон, да? Ну, блин. Нет, Брэд, ну, да. Это масло. Нет. Батон. Это хлебная жопа. Хлебная жопа, да. Брэд это по-английски хлеб. А, ну все, Питти играет нормально, значит никого не заменяю. Да и не надо, в принципе. Масло, блин, масло мне еще никто не заливал. Хотя я массажист, как бы. Нет, ну бутерброд, как бы, там же что-то из них масло, а что-то хлеб. Это же булка с маслом. А, ну бутер, да, это масло. Я думаю, что вы о реальных бутерах говорите. Мы... О Брэдосе говорим. Ну, он тоже булочка та еще. О, да. Как бы сказала Кристина, я это фура с булками. 2-1. Бред это воспитанная. Бред это... Воспитанная жопа. Бред это вообще то, чем мы сейчас занимаемся. Да. Нам надо турик обсуждать, а мы обсуждаем меня. Нет, я имею в виду все, начиная с 9 часов вечера. Блин, я же завтра не проснусь, ё-моё. Так, 2-1. О, блин, читает. Захваты. Ого. Вау, еще и закомбил. Это да. Ооо, вот это да. Не ожидал. Хорош, да. Сейчас Перри станет. А, нет, еще хуже. Оба. Ух ты, продолжение, вау. На мне это тоже часто работало. Пока я не перестал с Чао играть. Так. Вау, блин, меня китайчик сегодня удивляет. Молодец. Прокачался. Блин, тут садиться без блока надо. Витя, никто не осуждает твой зонинг. Ебаш. Да, трудно подойти Джонни против такого зонинга. Сейчас сгорит ДК. Ой-ой-ой. Гори, ясно. Все, да? Все, да, 3-0. 3-1. Да. А 3-1, извиняюсь. Править.
Ну и все, китаец ко мне придет. Я же говорил, что я бы сыграл с таким Джонни Кейджем. Так, ну что, Фингер Гапош сейчас? А, или Крейна? Крейна, Приверфу. Да, они уже долго ждут. Да ё-моё, живот конкретно разболелся. Вот нечего было курицу есть. Да не, я когда долго болтаю, ржу, мне всегда это что-то на живот дает. Особенно ночью. У тебя просто, когда ты ешь, не ешь, а точнее смеешься, у тебя начинается это, живот, пресс качаться, из-за этого у тебя это раздражение уже. Давай, расскажи мне. А что я до сих пор кубики не насчитываю? Если бы я... Плохо смеешься, редко. Если бы качал пресс, когда ржал, то я бы, не знаю, я Шварценеггером бы был. А пока я Шварценеггер. Ниггер. Хорошо, что мы не на Твиче. А что, думаешь, там осудят за это? Ну, вообще, да. Нет, там не ну, в смысле, там запрещенное слово. Наверное. Любое упоминание негра там запрещено, я не знаю, что это за бред. Я не рискую сейчас упоминать, говорят, с Ютубом тоже строго. Осуждаю Серегу. На Ютубе что угодно можно говорить. По-моему, да. Так, нам нужен... Лучше не рестраховать, ой, не рисковать. Так, как... Не рестраховаться. Блин, на YouTube есть видео, где негру дают послушать песню «Убили негра». И он еще стебется как бы с этого. Осуждаю. Так, что, перезаходим? Зависло все. А что, у вас всех правда зависло? Ну, у меня этот Люканск онлайн стоит. А, ну все, давайте тогда перезайдем, я вышел. Ага.